добрый. Давно не виделись. А я решил вот тут заняться не тем, чем запланировал, потому что дело на данный момент обстоит так, что я сейчас занимаюсь расковкой Дамаска. А у 8 уже готовы, раскованы. Но у меня тут проблема появилась со станком по вырезке. То есть вот так вот, чтобы по контуру вырезать, это тут тоже та еще забота, конечно. Просто кажется, что вроде там игрульки, а на самом деле ай-яй-яй. И, в общем, пока тут я сейчас подшипники не нашел, заказал, пока что время идет, отдал налево. Налево, то есть теперь мне их вырезает другой человек. То есть, ну, я знаю, что там накосячить сложно. Тем более человек такой с руками, то есть все будет хорошо. И как получилось-то теперь на данный момент? То есть я с утра тут бабашу в кузнице, после обеда как бы дергаюсь куда-то, а мне нечем заняться. То есть вырезку отдал. Опять в кузницу, я там у бабахи усидел. Так у меня уже башка трещит тут от этого грохота. Наушники не помогают. Ну, в общем, я тут поскучал денек, поскучал. Ну, правда, особо скучать не пришлось, там все равно забот всяких навалом. И поэтому нашел вот здесь заготовки на мастерской у себя. Это дамасская сталь. Вот. Проклеймил уже. Сейчас просто не видно. Там все. Вон, наверное, видно будет букву К. Вот это то, что я клин собираюсь из нее сделать. Вот здесь вот значок. Это, ну, я больше для себя это делаю, второй значок. И у меня их всего 4 штуки. Вот такие вот толстые заготовочки. А я знаю, что есть любители узких клинов. То есть узких это на сколько? Сейчас я скажу. Я даже сам не знаю. Я просто на глаз вижу, что это будет идеальный клин. 19 миллиметров. 19 миллиметров это ровно 6/8. Вот так вот. Но сразу скажу, что где-то с миллиметра уверенно просто скрадется еще. Ну, полмиллиметра уверенно, миллиметр не факт еще. То есть, все равно 6/8 остаются, размер остается. А толщина, что-то я вам не показал, тоже скрадется, конечно, но совсем немного, потому что она уже выверенная. Здесь 6,4. 6,4 миллиметра. Наверное, глушил всех на видосе. Вот, то есть это будут полноценные такие клины, 100%. Хочу вот 100% клины делать, прям тянет на них. Вот, себе тоже хочу 100% клин. Но это не знаю, когда произойдет. Но надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Потому что у меня был один раз клинышек 100% комиссори. Но у меня не получилось ее долго у себя сохранить, так как у меня ее тут выпросили, то есть как выпросили, выкупили, силком выкупили, прям вот уговорили, и так вот получилось, что у меня не было, то есть склада под боком, я был в отъезде, и пришлось ее продать. Вот, а денежки, как всегда, улетели в никуда. Опять где-то тут по мелочам что-то подкупил, и как всегда не хватило, и добавил, и вот так вот. Ну что ж, в общем, я сейчас разметил, середку разметил. Просверлено все. Начинаем грязную обдирку. Если что-то будет, все-таки вот сегодня, именно сегодня, что-то вообще интересное, что-то взглянуть было на что, обязательно покажу. Все, поехали работать. Ну что ж, в общем так. Клинки я ободрал по-грубому, отправил их печь, они сейчас там греются для термообработки, то есть для закалки, если по-народному так сказать, по-человечески так сказать. Что я хотел еще показать, то есть что я буду пока делать, пока там термообработка идет. Вот у меня шайбы на исходе, шайбы скольжения, шайбы такие вот проставочки, то есть все вот это сейчас я начну заготавливать, потому что без этого никак. Дальше. Вот это вот на большие клины я заготовил. Не на те, которые вот сейчас делаю, а на те, которые я обещал сделать такие большие, громоздкие тут. Это для них будет такая вот. Ну, то есть вот такая вот. Дальше.
название древесины пока не вспомню. Я где-то говорил в предыдущем видео. Вот такое будет сиреневое. И будет из зерикота. Все, пока все. Дальше гоним. Надеюсь, сегодня хотя бы что-то покажу с клинками. Ну, особо вообще показывать нечего. Но, в принципе, по геометрии так вполне уже что-то вырисовывается. Во-первых, это рисунок Дамаска. После термообработки он всегда вот так проявляется, если он полноценный Дамаск и полноценная термообработка. Вот так вот грубенько все ободрано. Момент. Ищем резкость. Так вот. Ободрал ее в дальняка в этот раз, потому что хочется чего-то такого особо тонкого. Хотя нет, в принципе, у меня и предыдущие тоже были. Тоже так же все тонко. Настолько уводил, что тоньше просто уже некуда. Вот. Это вот грубятина такая вот. Вот такие вот варианты. Вот тут рисуночек будет другой. Он будет такой завинченный, закрученный. И мелкий. Вот. Это как предыдущие. Вот, видите, драно все еще так. Только от линии выведено ровно. А в остальном все полный дрань. Тут все будет еще обрабатываться, вот это все будет ловиться, тут... Ох, в общем, долго рассказывать. Вот такие вот, в общем, клинышки у меня на сегодня. Шайбочками я тут успел, с нержавеющими, с латунными не успел. Поэтому будем думать, смотреть, что дальше делать. Но все-таки мне хочется поработать со сталями. И поэтому со сталью, в смысле. Хочется поработать вот с клинышками. Сейчас я на них свое время добью окончательно. Надо обдумать каждый шаг, потому что если один шаг где-то ошибаешься или пропускаешь, то уже все полностью дело на смарку. А такого допустить нельзя, потому что это очень дорого ошибаться. Ошибка дорого стоит. Вот так вот. Ну вот и все. На сегодня я больше ни хрена себе не успею. То есть я сейчас подвел к такому моменту клины, что они уже острые. Но это ни о чем не говорит. Потому что там еще долго надо еще будет доводить. То есть там до полировки. Вот такой вот. Ну, все в грязище, конечно. Вот такие вот формы выгнал английские. Наверное, заметили любители английских бритв. Вот так вот все это выглядит. Вот здесь будет все закруглено. Упс. Закруглено. Насечка будет. Тут тоже будет все закруглено. Насечка будет. Хвосты вот такие. Вот здесь, наверное, закруглять я все-таки не буду. Потому что если я закруглю, будет выглядеть здорово. Но потеряется правильная геометрия, и заточка здесь будет гулять, куда ей не нужно. Поэтому я тут все-таки, наверное, фасочками обойдусь. Мне Роман прислал фотки, он говорит, вот так будет красиво. Да, и он как нельзя прав. Вот так вот они все, в принципе, выглядят. В общем, тут надо шлифовать до тех пор, пока там уже дело до полировки не дойдет. Уже. Вот здесь уже заусенец по всей длине. Они острые, и можно уже карандаш точить, хлеб резать. Вот. Но нежелательно. Кромочка тонёхонькая. Вот так вот. И вот, давайте уж все покажу. Вот с такой вот геометрией у нас, с такими формами. Вот с такой штуковиной я заходом еще клинов не производил. Для сайта. Не для сайта производил уже.
раза два, примерно так вот. Ну что ж, русский клин стопроцентный. Уже в таком состоянии, что уже можно говорить о каких-то результатах, о какой-то уже даже состоянии близкому к готовности. Мне нравится, как они получаются. Они получаются чинными, прям. Ох, остриё везде. Прям вот то, что нужно. Прям вот. То есть я в последнее время стараюсь делать так, чтобы мне вообще не было стыдно за мои работы. Раньше я себе мог такого позволить, то есть такую вот слабость. Ну, ладно, вроде бы ничего. Вот так вот. И все. А сейчас, как бы, блин. И так все было хорошо, и всем все нравилось, но хочется чего-то еще более такого совершенного. Вот как бы так. И поэтому стараюсь выкладываться, может, даже не на 100%, а на 99,9%. Вот так вот. Как бы цено какую-то десятую долю процентов погрешности надо все-таки как-то оставлять, потому что она может в конце проявиться. В чем я очень даже сомневаюсь с этими клинами, что что-то проявится, пускай даже десятая доля. Но в оправах, там где-то еще что-то, где-то может там как-то закосячиться. Ну, всякое бывает. Мало ли там. Обстоятельства они нас не спрашивают. А так все. На сегодня все. Больше ничего нового точно не покажу. И сейчас шайбочек надрублю. Вот таких вот еще скольжения. И у меня все, просто время наглухо все кончилось. Поэтому до свидания, до новых встреч. Все, что будет интересно, покажу обязательно.